Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Ряжем на то, что... Расплохать огород. Не вручную же, да, его? Конечно, вон он, чертолет черного цвета, Мазда. Че, Серый, скоро мы на ней полетим, да? Советский аппарат. Остался, да, уже приклеилось, да? О, приклеилось что-то. Ну, холодное, что оно-то? Наверное, на жаре. С китайским дюшком, да? Что тут? Зиму? Что, зиму простояло? Ну-ка, о! Что там? А, уже? Бак, подожди, бак. А, бак открытый стоял всю зиму. И что? Бак направо, ну ничего. Короче, подсос. Не потик? Подсос налево, бак направо открытый. Да вроде ничего не вытекло. Бензин еще. Ну мало как бы. Да хватит же завести. Значит, карбюратор заправленный. Какое чувство противовес, да? Потому что бензин вышка, блядь, иду. Ремешок бы уже поменять надо, да? Такой уже порепанный. А? Ремешок бы поменять, уже порепанный такой. Нифига. Китайский автопром, да? Не прогрелось, да? Работает, но топливо закрыть. Все, короче, скоро все повыгоняем, будем копать огород. Бой готов. Вот, смотрите, что тут за система сейчас будет. Да, Mazda Titan суперовая, кому... Кузов сами делали, да? Кузов, самосвал, все оформлено, все внесено, все изменения в ПТС, и все законно. Вон самосвал, кузов новый, длинномер, широкофюзеляжный. Короче, да. Кому нужен грузовик, 1 600 000 приобретайте. Все в порядке, бумаги в порядке, на учете стоит, раму проверяли, на экспертизу гоняли. Все чисто, все ровно. Да, пошел. Дизель контрактный стоит. Единственное, сейчас я еще сделаю это, свечи накала. Ну, хотя вот приехал, он теплый был. Звук. Нажимаем сцепление. Короче, смотрите, какая приблуда вообще, может, кому-то полезно будет. Я не знаю, где делали. Может, можно узнать. Даем доски. Все выкрутилось, да? Вот сейчас закидывать будешь. Нет, так самое интересное, надо показать, как это все сделано. Подожди, Сера, не туши. Короче, тут сами уже это все дело колхозили. Это где она? Вот она. Вот это? Да. И куда ее? А, ее надо отпускать, да? Наверное. Ну, короче, тут что-то все самодельное, но главное, что работает, да? Как-то там три модели или куда-то там раздат, не знаю, коробки, насос, его не было, по-моему. Короче, что, он там не сложится хоть, смотри, ну? Он стоит в режиме подъема. Ну, вот я так понял, цилиндр ставит зиловский. Цилиндр зиловский, все ставится, по идее, новое. И что-то он так быстро, бодренько поднял. А, ну пустой, да, если... Да. Сколько, интересно, можно, ну...
на груди. Он то солстер выпал. А? То сол. А что, что-то грузили, видать. А-а-а. Короче, как-то так, да? Не, ну а что вот так? Че, ну салон как у меня, только что шире, да? Да. Все то же самое. Ну. Даже кнопки все, переключатели. Руль, все то же самое, двери. А, вот эта штука, кстати. Прикольный лючок такой, что-то редко где стоят. Ну, тоже. Моделят же, да, все это делали, да? Ну, где, в Белогорске делали? Ну да, это. Здесь переделывают. Руся же тоже так же все сделал. А может там и делали? Короче, все уже вымерено, да, все эти кронштейны. Кузов полностью уже, ну, он другой кузов изготавливается полностью. Я вижу, что он не родной, знаешь, конечно, шевелюги все. Все, хоть песок, хоть говно, хоть металл, хоть что, да? Хоть, блядь, хоть что вози. Тот же, блядь, раствор на юморе туда этот, как вот он. Вот. Причем вон куда коробки прикрутили. А, ну там есть место под насосом, да? Да, ну там как бы и было, может, меняли коробку. Потому что как ты прибодаришь? Коробка родная. Родная? Да, да. А до этого что было? Тоже был? Не было, там просто, видать, есть это. Предусмотрено, заглушка какая-то уже была. Ну они же эти, они же и самосвалы есть такие, с такой же коробкой. Просто что, привод. Нормально. Короче, как-то так вообще. Вот прицеп. Subaru R2, B2, который таскает, да? Что-то на массу вырубаю. Ты его что, пускай, наверное, или что? Сейчас запущу, ну, блин. А, ну, короче, как-то так. Подписываемся на наш канал, да, ставим лайки.